В общем, сегодня выходной день. Максим Максимович вон ползет. Сейчас мы, так сказать, в походик в небольшой зайдем. Посмотрим, что получится. Сегодня якобы последний день перед дождем мощным. Поэтому сегодня выходная копалочка такая. Не знаю, будет видно или нет, но вон там вот нора, лисия и лисята играют. Сейчас попробую поближе подойти, но вряд ли, ветер на них, соответственно, скорее всего, они меня увидят. Лисенок, вон, опа, в нору ушел. Вот так выглядит нака. Я, конечно, еще не знаю, но очень выглядит. И смотрим, она вот здесь должна быть. И ха-ха-ха-ха! Мнака. Максим Максимыч. Какая мнака. Ну-ка, потери-ка, потери-ка травочкой. Ну что, у меня щелчки есть. Давай. Какая мнака. Из-за это. Ой-ой-ой-ой, какая картинка. Ух ты. Лысая? Две копейки? Три? Две. Да? Похоже на две. Прелесть. Ну, кто там? Лысенькая. Ты еще. О, блин, раскатаны. Ну, это не Елизавета, не Екатерина. 1849. Две копейки. О, хрен. Кто это? Это какая-то не русская монета. Походу. Ну и кто? А, нет. Двушка. Две копейки серебром. Серебром Николай. Коля. Ну, раскатанная в хлам. Ну ничего. Мы ее тогда вообще чистить не будем. Лочком просто дернем. И будет мнака. Да, действительно, раскатана. Битка была. Битка? В чеканку игры. Да, детка. Лисички к нам сегодня повернулись лицом. А в прошлый раз жопой. Копай. Как говорится, в первом ряду удалось посидеть. Моя прелесть. Вот такая вот у нас тут Русь. Находочка так себе, конечно, но нижняя часть креста. Вот, вот такая вот у нас Русь. Вон Максим Максимыч. Вон там он бродит. Вот оттуда якобы несется непогода. И, как мне кажется, у нас есть 2 часа по Руси еще полазить. Может, еще что найдем. Ну, какая малышка попалась. Блин, это же... Тысячи... Какой там 1700? 31-й? 21-й. 21-й. Это Петровская. 31-й. Вот так малышечка. Еле видать. Это? Застежка от кафтана. Как она работала там? Пакеш. Так. Пришивалась. А с этой стороны крючочек. А, современный вариант крючочка. Да. И можно украшалочку современную сделать. Легко. Ветер, не знаю, будет слышно. Чешуйка попалась. Только, к сожалению. Ой, ветром. Временем стертая. Почти лысенькая. Вон такая малышка. Вот. Максим Максимович уже убежал за горизонт, а я все продолжаю тереться вот в этом углу. Вот так вот. Сам еще не знаю, что здесь, но
очень красивый и очень вкусный. Сейчас посмотрим. Русь. Паучок висит вот тут. Вот. Паучок висит. Ну ладно. Значит, находка глазами. А? Крестик лежит. Я его пока трогать не буду, сейчас сфотографирую, потом в руки возьму. Видно отпечаток. А, совпадает. А, второй крест здесь глазами нахожу. Ну, это детский или женский, маленький, но в очень хорошем состоянии. Вот такой вот крестик. На Руси уже вечереет, уже 6:30, лисята уже спрятались, и наконец-то... А, что я говорю, это третий царь, хотел сказать первый царь. Вот такой вот. Ну это скорее всего 2 копейки. Вот. В общем, Максим Максимович вон там бродит. А я вот, вот прям вот на пятачке все трусь. Вот так вот. Специалист пришел. Рассмотрел 1720 год. Еще одна малышка, малюська. На фоне металла Беркут и турбо огонь вообще. Ну, вот и идем уже, так сказать, назад. А идти нам вон за тот лес. И 3 копейки, 31-й год. Как всегда, идеальное состояние. На Руси солнышко уже вон. Где? Вот здесь вот. Где-то вот солнышко. А, во. В общем, вот так вот. Максимыч. Грустный. Только конинка его сегодня преследует. Копай. Вот она. Денежка. 1749, по-моему, просматривается. Зелененькая, вообще идеальная. Итак, сегодня воскресенье. Максим Максимович. Вот лисята наблюдают. Вот здесь вот. Из своих норок. Сегодня обещалась быть погода вот страшенная, но копай. И первая монетка, как мне кажется, это была копейка, очень грустная, ушедшая копейка. Все. Максим Максимович пошел в сторону лиса. Опасное соседство. Может и за жопу схватить бойца. Да. В общем, случилось первый раз со мной такое. Съездил по морде монетки. Вот. Это 5 копеек. Похоже. 49-й год. Ну, удачно я съездил ей по морде. Вот. Шлифанем будет красивая. Лисята спрятались. Вот и крестик подоспел. Красивый, чуть-чуть обломанный. Но крестик. Люблю кресты. Ой, красавец. Вот. Копатели где-то там. Я тут вот оделся немножечко не по погоде. В расчете на то, что сегодня будет буря. Бури пока нету.
вот курточку положил и вокруг нее круги наматываю. Вот. Ну ладно. Идем дальше. Так, удалось добыть еще вот такую средневековую пряжечку, как мне кажется. Надеюсь, что вот этот вот ураган, буря мимо пройдет. Там Максим Максимович, не знаю, сейчас ветер сильный. Крестик и пряжка. Сейчас посмотрим, что Максим Максимович. Перстень какой-то, говорит, нарыл. Ветер. Максим Максимович, давай показывай богатство. Давай. Дивися, Микола. За перстень. Супер-пупер. Хорошенький? Какой маленький, погнутый. У меня аж сопля пошла. Ой. Баба потеряла. Да, такое выпрямить. Это Серега, знаешь, что это? Не знаю. Это поджигной был. Видишь, за это, заторкано, а вот дырочка. Поджигной, короче, самодельный. Так, подержи-ка, сейчас я сфотографирую. А, и облом, крестик еще. Ну, показывай. Детский. Маленький, по-моему. Ну ладно, сейчас мы сфоткаем. Кто это? За копейки. Текс, ну-ка посмотрим. Ой, да действительно как-то не видно даже. Калик. Ой, ой, ой. Ух ты! Ой. На Руси ветер поменялся. Дождик немножечко на нас посыпал. И у меня вот такая вот малышка. ВРПшечка. 1721 год. Петя. Третий Петя у меня на этом поле. Вот. Пора, я думаю, опять полиэтилен на себя надевать. Ух. На Руси внезапно установилась нормальная погода. Похоже, нас немножечко обошло. И это чудо, смотрите, лежит. Вот. Ху. А, детка. Оп. Вот это крест. Вот это крест. Такого я еще не находил. Вот это крест. Хм, красавец. Вот такая вот у нас тут Русь. Максим Максимович, сейчас я подветренный. Хм, тоже маленький. Это не обрубишь. Нет. Укороченный вариант. Клевый. На Руси надвигается буря. Уже обложил вокруг. И надо топать к машине. Чешуйка. Аллилуйя. Малышка. Зачетная. Детка. Главное вовремя успеть сбежать от грозы. В городе, похоже, уже все накрыло. Ну и выходные закончились. В общем, нормально покопали.